по-моему, ты промазал. Сейчас поправлю. Всю запись включила. А, его отталкивает. Чуть-чуть ближе надо. Я теперь в корабль не пускает. Сейчас. Так ты с этой залезь. С лестницы. Мне долететь еще надо. Чуть-чуть дрожать начинает, когда прижимаешься и летает. А штуку немножко поменять. Contact proceed. Contact proceed. Почти. Ну почти. То, что как пит маловатый по сравнению с теми кораблями. Хрен его знает. Но вот, блин, смотрю, до хрена желающих появилось. Сейчас вон все еще летают. Раз, два, корабль. На это непотребство смотрят. Вообще кошмар полный. Вон еще один летает. Ну, такой здоровый корабль, он всегда много желающих посмотреть. А, так это Титан. И долго-то будешь на мне пялиться. Еще они. Как вы задолбали. Ко мне уже тут залез. О, я внутри. Здорово. Подожди. По-моему, сейчас твой фрилансер угонит нахуй. Да и пускай, я все равно сейчас спать пойду. А. Все, спасибо. 4 минуты, и я внутри. Угу. Ладно, сажаю эту коломагу обратно. Ну давай, ладно, все, спасибо большое. Напишу. Да не за что. О, тоже чувак пробует, понял тему. Видал? Ну давай. А он что, залез? Нет, он в космосе выпал. Ну, значит, уже не залезет. Все, я устал его ждать. Чуть-чуть отъедь и все. И это. Так, ладно, спасибо большое. Я офф.
Давай. Кстати, когда я офаюсь, корабль сразу пропадает или как? По-моему, нет. Ну вот перед тобой сейчас висит. Конечно, висит. Ну, он, правда, залоченный, пускай угоняет. Так, ну все, спасибо большое. Пока-пока. Пока.